Интересные факты. Помните ли вы глупые вещи, которые совершали за свою жизнь? Поступки, о которых до сих пор жалеете? Что ж, сегодня ваш счастливый день, потому что даже самые идиотские и глупые поступки не сравнятся с теми, о которых я сейчас расскажу. 10 историй, от которых вы содрогнетесь. Номер 1. В сериалах и фильмах о Супермене часто мелькал фотограф по имени Джимми Олсен. Но другой Джимми Олсен, скорее всего, не хотел бы, чтобы камера оказалась рядом, когда он начал сношаться с аллигатором. Я дам вам несколько секунд, чтобы осознать это. Да. Олсен, 24-летний рабочий зоопарка во Флориде, по описанию очевидцев совершил половой акт с маленьким аллигатором, в то время как второй, уже взрослый аллигатор, заметил его и атаковал со спины. Большой аллигатор утащил мужчину под воду, схватив за горло. Сообщается, что мужчина умер в течение 30 секунд. Очевидец заявил: «Его штаны были спущены до колен, а сам он лежал на маленьком животном, спиной к людям. Мы видели, как его тащат в воду». Вскоре, по приказу местных властей, аллигатор был убит, и из него вытащили некоторые оторванные части тела, принадлежавшие Джимми. Номер 2. В Лас-Вегасе, также известном как «Город грехов», часто встречаются странности. Но не так уж часто можно увидеть женщину, занимающуюся сексом с питбулем на заднем дворе. Полиция арестовала 23-летнюю Кару Вандерейк, которую увидели голой, занимающейся сексом с животным в своем же дворе, на виду у всех соседей. Позже женщина заявила полиции, что страдает биполярным расстройством и даже не способна вспомнить свое имя. Знавал я людей с биполярным расстройством. Могла бы найти оправдание получше, например, то, что ей просто нравится заниматься сексом с собаками. Ну или что-то вроде этого. Номер 3. В начале 2016 года в Англии была поймана женщина, занимающаяся сексом с выставочным экспонатом на популярном детском аттракционе. На камерах наблюдения остались фотографии, на которых изображена женщина без штанов, трущаяся о модель маленького тиранозавра Рекса, который только появился из яйца. Ответственные за выставку заявили, что после этого экспонат помыли и продезинфицировали. Полиция сообщает, что по делу есть подозреваемые. Номер 4. В середине 2014 года мужчина снял на видео, как он занимается сексом со змеей. Вы можете подумать, что это невозможно. Как бы не так. Он действительно засунул свой член в змею после того, как помастурбировал на нее. Если вы не удивлены, то вот вам занимательный факт. Римские женщины славились тем, что держали у себя дома змей для сексуальных утех. Может, не такой уж занимательный, но это факт. Номер 5. Полиция арестовала мужчину за хранение видеокассеты, на которой был записан половой акт женщины и тигра. Как ни странно, на самом деле это был не тигр, а человек в очень реалистичном костюме тигра, занимающийся сексом с женщиной. Эндрю Холланд, которому 51 год, был обвинен в хранении экстремального порно. Это видео ему в шутку отправили друзья. Мужчина в костюме тигра из видео говорит: «Супер!» Холланд заявил, что потерял работу и у него случился сердечный приступ из-за стресса после случившегося. Его адвокат запросил изменения в законе, дабы в будущем избежать безобидных, но жестоких шуток. Номер 6. В Южном Уэльсе 35-летнюю женщину обвинили в зоофилии и оскорбительном поведении после того, как она была поймана голой, занимающейся сексом с лошадью. Это произошло в 2006 году, но единственное, что можно добавить, той женщине сейчас 45. Значит, на тот момент ей было 35 лет. Вероятно, ее интерес к лошадям до сих пор не угас. Номер 7. Кенийская женщина Сесилия застала своего 70-летнего мужа Александра за сексом с козой. Когда она вошла, он угрожал убить ее и сжечь дом. Соседи вмешались прежде, чем он смог это осуществить. Полиция заявила, что Александр был опасен или просто сумасшедший, или и то, и другое, и был заключен в тюрьму по неизвестному обвинению. Номер 8. Женщина, которая занялась сексом с собакой своего друга, умерла от аллергии. 43-летняя мать четверых детей имела сексуальный контакт с мужчиной, с которым познакомилась по интернету на сайте любителей зоофилии. Анализы показали, что смерть была вызвана асфиксией. Похожая реакция наблюдается, когда у человека аллергия на арахис. Номер 9. Шейну Уотерсу из Англии было запрещено находиться в пределах 100 метров от конюшни после его признания совершения полового акта с лошадью.
Уотерс признался, что в этом же году он записывал на видео сношение с лошадью в конюшне, в которой он работал. Когда его заметили выходящим из конюшни, он заявил, что слышал фейерверки и ходил на разведку. Очевидно, он все-таки увидел свои собственные фейерверки. После его ухода один из рабочих нашел странное вещество на задней ноге одной из лошадей и обратился в полицию. Уотерс уже имел предупреждение по этому делу ранее, в 1997 году. И, наконец, последний, номер 10. Слава богу. Гидеон Шварцентрубер из Висконсина заявил, что был в сарае со слицей в 2015 году, когда одно наложилось на другое, и в итоге он занялся сексом с животным. Он рассказал полиции, что прикоснулся к ослице и, цитата, «все вышло из-под контроля». Конец цитаты. Хозяин ослицы застал Гидеона за половым актом и связался с полицией. Мужчина был приговорен к 9 месяцам тюрьмы и штрафу в 10 тысяч долларов. На сегодня это все. Не забудьте поставить лайк и не забудьте подписаться, чтобы не пропускать истории наподобие этих. Увлекательные и интересные вещи. И не занимайтесь этим с животными.